На Дмитрия Васильевна, куда не подъедешь, пожалуйста, ваш график комментарий. Ну, поздравляю всех, опять же, с победой. Относительно игры, хочется сказать, что «Химик» не показал ничего нового по отношению с игрой у них дома. Поэтому мы играли в тот же баскетбол, и я думаю, результат в той же степени получился такой же. Может, только не настолько сильной разницы. Спасибо. Коротко. Ну, то, что Южный будет строить свою игру через трехсекундную зону, мы в этом ни секунды не сомневались. У них там огромное преимущество, как, наверное, у любой команды Суперлиги против нас в этом сезоне. Единственный был вопрос, как они туда доставят мяч. И то, что выбрал «Химик» переброс на другую сторону и быстрое заигрывание больших, да, но в какой-то степени нам было, на этом команда «Химика» держалась, нам было сложно там защищаться, но огромное спасибо ребятам, что они нашли в себе силы эти моменты убрать и оказали очень большое сопротивление под кольцом в трехсекундной зоне и выходили спереди больших игроков «Химика», сделали громаднейшую работу. Да, игра была физическая, тяжелая, наверное, как любая игра против «Химика», мощные центровые, мощная команда. Нам стоило громаднейших усилий их у себя против своей трехсекундной зоны их сдерживать. Пауза в чемпионате – это плюс или минус для ситуации на сегодняшний день? На сегодняшний день могу сказать, что это плюс для нас, хотя прошлой паузы, с одной стороны, мне не нравилось, мы набрали ход, и потом двухнедельная пауза. Эта пауза чуть меньше, 10 или 12 дней, но, как по мне, для нас на пользу. У нас очень много травм. Да, ребята терпят. Многие травмы незначительные, но все равно это боль, которую ребята терпят. И нам нужно время, чтобы это все залечить и просто восстановить силы.